В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о причастности жителя Советского района города Брянска к незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. В ходе проведения обыска у данного гражданина было изъято патроны, взрывчатые вещества, а также ордена и медали Великой Отечественной войны. В ходе изучения госархивов было установлено, что один из орденов Великой Отечественной войны второй степени принадлежит Иноземцевой Клавдии Семеновне, 1917 года рождения. Орден был вручен ей приказом министра обороны СССР от 6 ноября 1985 года. Здравствуйте. Дорогие наши родственники, да, нашего ветерана Иноземцевой Клавдии Семеновны, возвращаем вам заслуженную награду, которая была изъято в ходе проведения оперативных мероприятий, и, соответственно, возвращаем законную заслуженную награду, да, владельцам. Это было такое. Благодарим вас за содеянное ваше такое службу вашу, то, что вы так сориентировались. На видное место. Да, мы очень благодарны вам. Да. Во время войны она, значит, была старшей телефонисткой в штабе 3-й армии. Она участвовала непосредственно как бы, ну, в боевых действиях. Мне позвонили, говорили, что вот уже нашли, вот вы такая-то, такая-то, да, такая-то. Клавдия Семеновна Иноземцева ваша, я говорю, моя бабушка. Говорит, ну вот мы обнаружили, сейчас будем все это, чтобы вы пришли, забрали. Чувство гордости за нашу полицию, что нашли, все-таки такая мелочь, но приятно очень даже.